Артемида. Блин, это нехорошо на самом деле. Слишком много контроля для меня. Так там же отсчет был, то что не видел. Я же пока в квалификации. Сейчас еще два дня надо будет так долго ждать. Такс. Через зима урон тут стартовать. Она меня может убить на пятом уровне. Так что с кусочка вампиризма стартуем. К тому же полезно будет против нее собирать дивайн. Прячемся здесь. Вроде не видно. Она не чистит. Что-то не то. Она может инвейдить в таком случае. Но нет. Она на линии. Это странно. Отлично, она была занята мобами. Мне удалось просочиться. Давай, Мэри, пока. Ух ты, со старта собирает стаки. Очень странно. Давно я такого не видел. Будь у меня пятый уровень, было бы просто шикарно сейчас. Но не обязательно же всем об этом говорить, правда? А, недолет. Вот это бред, а. Так. Пойдем за вторым бафчиком. Кушаем зелье, чтобы вернуться потом на линию. И насобирать на обувь. Так, мне не хватило, к сожалению, на битс. Так что сейчас надо аккуратненько играть. Можно, конечно, спастись с помощью ульты, но все же хочется ее сберечь для того, чтобы ее убить потом. Оу. Ладно, слишком быстро бегает. Я поспешил. Давай, давай, пока. Сидим на линии, чтобы собрать хотя бы кусочек битс и полностью дивайн. Поэтому придется скушать зелье. Отхиливаем мобов, чтобы она подольше задержалась. И идем за нашим бафом.
Брать я его не буду, потому что левый красный сейчас появится. Ну, не сейчас, но очень скоро. Потому что это лига 1 на 1, тут одна карта. Юби. То есть для каждого режима своя карта. 1 на 1 это. Там 3 на 3, кстати, тоже это. Но там нет лиги. Есть 4 на 4 другая карта. 5 на 5. Еще там парочка разных для 5 на 5. Она не уворачивается. Это плохо. Ух ты, сколько лайфстила. Хорошо, что я собрал дивайн. Интересно, она будет со мной сражаться сейчас или нет? Ну да, да, через час. Если по московскому, то 20:00, правильно.
Так, пенетра, чтобы феникс сносить, как обычно. Теперь есть фулл КД, можно будет бегать вокруг нее и закидывать ее единицами. Используем нашу линию моба, а затем пойдем брать бафчик. Нет смысла юзать битс, она слишком рано использовала ульт. Да, к сожалению, урона маловат. Поэтому уходим. Теперь книгу Тота продаем стартер. Она очень хорошо работает вместе с брестплейтом и обувью на КД, потому что мана и там, и там. Ну и затем Тахути. Урон будет огромный. С тремя лучниками смысла под Феникс идти нет. Окей. Окей, смысл был, потому что она занималась бафом. Ну теперь Феникс точно мой. Возможно, даже не понадобится Тахути. Хотя у меня маловато маны. Наверное, я уйду. Так, баф не появится еще очень долго. Автоатаками Титана я вряд ли нормально смогу дамажить. Разве что я ее убью. Поэтому лучше возьму баф на ману, дольше смогу продержаться там. Скажем так, без подзарядки фонтаном. Привет, Ярослав. Через полчаса бот-то будет. Ой,
Черт. Не буду юзать битс, это бесполезно уже. Она ушла. Будем вот так накидывать. Стоп. Что я делаю? Ладно же. А, уже не. Ага. Все, конец игры. Разве что Феникс воскресится, но это тоже не поможет особо. Хорошо, я позвоню тебе.